тело я на корабль. Сейчас попробую отправить экспедицию. Дидроген на фарме. Ага. Ну, у меня там были заначки по 200 лежали. Плюс немножко копнул. Сейчас попробую сделать. И отправить. И заодно натрия захватил. Продать. А то там 90 тысяч уже скопилось. Там наполнялся. Прикинь, по 13 тысяч в час. Как ты его столько таких количеств привозишь-то? О, у меня в инвентаре 15 тысяч получается в нем перевести. А, в расширенном инвентаре. Плюс в обыкновенном тоже тысяч, по-моему, 11. И в самолете тоже где-то десятка. Набиваешься во все карманы. Да, получается, да, я отрицок свободно могу перетащить. Yes. Поэтому его надо раскачивать. Понтовый робот-бармен такой, красный какой-то. Ой, исследовательская сущность, ебать, это что мне надо ж? Или нет, а голос звучит очень слабо, он смотрит на меня, и кажется, что его смысл в всем другом месте. Так, вот это я что куплю. Серебро покупать не буду, все, уйти. Атас. Я продался. Так, ну чё, я на своем корабле, да? Да, попробую отправить экспедицию куда-нибудь. Торговец какой-то. Так, а, нет, это терминал. Уже отправлен экспедиции. За ништяками. Итак, куда полетим, друг? Друг. Нанять наблюдателя строительных работ. Ну, я нанял уже. А ты эти не раскачивал для кораблей? Эти, как его? Ну, новые технологии всякие. Какие? Ну, это там, которые можно это улучшить, типа движки кораблей этих самых. Да, ну там они иногда привозят, там, если на научный корабль у тебя есть, типа на научный квест отправляешь, они тебе должны привозить эти хуйни, короче, с которыми улучшаться. Mm-hmm. Я на универсальный квест отправлял, и мне два улучшения привезли, я там два купил. Так, вот доступные справа. Экспедиции. 27 часов исследовательский полет. 27. Ебать. Часов. Нахуй тебе 27. А чё пускай поставят? Одна клеточка, один час там, по-моему. Так он не приедет сегодня, то есть. Ну да, да и пофиг. А тут все 5 часов, 9 часов, 5 часов, 14 часов. Да, странно. У меня было по час. Есть какой-то исследовательский полет на 5 часов, двухслотовый какой-то. Сбалансированная экспедиция, промышленная. Сбалансированная исследовательская. Вот все. А сколько у меня вообще исследовательских кораблей у меня есть вообще? Я, по-моему, сначала должен посмотреть, какие у тебя корабли. А, есть, да, у меня два исследовательских, один промышленный и один боевой. Значит, она исследовательский выгоднее, по-твоему. Да, я сейчас напущу, вот, который на 5 часов миссии исследовательской, два корабля. Ну и боевой можно им поставить для понтов. Я, правда, не знаю, есть ли смысл с ними боевой посылать, что это дает, нет, типа, дает на охрану там или еще. Ну что-то. Да. А как понять, сколько нужно топлива на миссию? Это 50 всегда нужно. Не, тут смотри, я два корабля поставил, получается это... Топливо 100 тонн нужно требуется. Да? Ну, всегда 50 вроде писал. А, тут смотри, какие-то еще модули можно им это на улучшение ставить. Ну да. Именно улучшение для фрегат действует в течение экспедиции. Устройство О, блядь, нихуя себе. Тын-тын-тын. Так, ну значит, надо топливо еще полто сделать. Окей. Так, как закастим, давайте еще. Так, в общем, 100 топлива. Понятно. Что-то нету, короче, ученого, чувак. Я не знаю, что делать. Ты, наверное, не так сделал. Ну ты, а в одиночную вышел игру? Надо выйти, да, сейчас выйдет. Выйди в одиночку, выбери квест. Вот я же, я вот как искал этого ученого, я квест выделил, прям нажал на него. Он мне отображался, что типа надо ученого. Хуяк вылетел в космос.
космосе карту открыл, такой хуяк, смотрю, вот он сидит. Буквально в соседней звезде там где-то. Недалеко и все. Ну и что, у меня 100 топлива. А, все нормально. Полетели. Рад почти твои маршруты для стояника. Но все твои залы командования флотом заняты. Я понял, я понял. Все мои залы заняты. Так, звездолет, грузовой корабль. Что у меня тут есть? Активированный кадмий. Магнитный ферит. Давайте топливо сразу накачаем. На все. 10 тонн. О, ничего себе, он делается. О, ну все. Топливо качнул. Такс, 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 такс. Так, третий дератоген. Сколько тут говна всякого. Так, пойду на корабле строить всякие залы. Плюс склад мне нужен обязательно тут построить. Пекс. Где тут что Ты можно нажал на это построить? говно, вот все туда-сюда что-то. Что она багнулась, я хуй знает. Там не надо на сам станок нажимать, ничего. Не. Так, это склад. А, ну вот они, Атлас Пас как раз возьму. Атлас Пас 2, 3. Отлично. Скрою. Оп. Блять, надо уходить теперь нахуй. На Так. корабль нельзя посмотреть, да? Склады. Это что такое? Большая грузовая комната. Блин, что-то мне... Давай я перезайду, ладно. Так, это большая грузовая комната. А, вот они, склады. Так, нулевой я поставил. Да, мне уже первое, что мне нужно. Натрий. Блять, я весь натрий продал. Ой, лошара. Придется топать за натрием. Наложено. Так. Типа, залетел на рандомную эту станцию, типа атласовскую. И тут нельзя ничего сделать, потому что, блядь, типа, походу надо полететь те, которые говорят тебе. Я не знаю, зачем это Прикольно. вообще надо, что это даст-то, блядь. Летание по этим станциям. А вот тут тоже интересно, а нафига эти станции Атласа нужны, по большому-то счету? Че она дает-то? На выходе-то, что мы получаем? Ну да, чё, непонятно. Они же могут, типа, эти ученые быть не только на станции, типа, они могут на планете же быть, да? Не-не-не, только на станции. Там, по-моему, написано, Да? типа, надо на станцию полететь. Так, а что хотел? Путеводитель, настройки. А, во, есть кулинарные продукты. Во, слушай. Ебать тут их, ебать тут страниц, чувак, Написано, кулинарных да, типа, продуктов. найдите его на галактической карте, нажав на X, Ну блядь. да, и Ну... все. И он тебе показывается, в И... какой системе он сидит, ты прилетаешь на станцию и просто И его я нажимаю, выбираешь. и еще не показывается, и все. Найс, блядь, охуенная игра, блядь, я в восторге просто. А что тут нельзя, я уже тут был, что ли, блядь? Ароматизированная трава. А это углеродные нанотрубки. А что, это кулинарные продукты, что ли? Я еще кучу предметов всяких нашел. Товары. Товары все нашел. Все. Да, здесь был уже, блядь. Торговец. Цедиская сущность. Так, ладненько, что я хотел? На корабль я все скинул. А, я хотел там взять. И полететь тогда. Это офицер только и торговец. Торговец. Парашей. Черным деревом.
Честно, а грузовой корабль можно прикачать слоты как-нибудь? Ты, получается, купил грузовой корабль, а он ни разу не грузовой. Раз у него так мало слотов. Так, это беру. Тоже беру. Этот беру. Блять, доебались-то, ёпта мать. Блять, не имется все выблядком, нахуй. О, я их сейчас разъебываю просто в путь. Только да, блядь, подлетает. Стрелять даже впадло, блядь, это говно, блядь. Все равно что не дают, нахуй. Оно, блядь, сейчас мы тебя просканируем, потом мы, блядь, прилетим, блядь. Потом воюй с нами. О, их еще и трое, блядь. Охуенно, блядь, пацаны. Походу, какие-то крутые, блядь. Сейчас пизды получу, нахуй. Мой тебе супер корабль. Пизды им дает. Как не в себя. Взлетаю. Ничья, взлетаю. Так, а куда мне надо, кстати? Так, если я там... Блять, как же они мансят, эти суки, блять. Как они заебали. Еще трясется все, блять. Вот слушай, а у меня... Прилетят. У меня тоже синенький кораблик есть. Это, походу, наверное, твой, да? А не написано, чей это корабль? Там вот хуй твой. Разберешь, это ебанутая игра, блядь. Ничего не пишут, блядь, никогда, нахуй. Блядь, чё сложно, сука, нахуй, пояснить, блядь. Так, блядь, все нахуй нужно... понятно было, блядь. Не, в другую нахуй, систему ты, прыгнуть. Сам разбирайся, блядь. Получи пизды, гнида, блядь. Как тебе, а? Как тебе, сука, блядь? Нравится, блядь? Нравится, не нравится. Спи, моя красавица. Так, мне нужно портануться в систему. Жду еще через 15 секунд новый пак, блядь. Ёбаный дегенератор, блядь. Кстати, на меня как-то редко начали нападать. Вот. Что-то прямо очень редко. Наверное, прокачался, поняли, что пизды получают. Скажи, да ну нахуй, бля, с ним связываться. Они всегда пизды получают. На них это норма жизни, блядь. По жизни. Еще это им не мешает отдаваться каждый раз прилетать, блядь. Защита грузового корабля, 320 нанитов. И нападение на планету. Боже, это хуйня, хуйня. Это меня не интересует. Так, я лечу. Короче, в это, блядь, вселенной ученых нету, чувак. Это, по-моему. Так, база 5. А это не то. База 3, вот это, по-моему, со стражами, которые. Квесты не показываются все, блядь. Никак. Короче, хуйню пишут, блядь. Нажмите, хуй жмите, блядь. Дегенераты, блядь. А попробуй с этим, который тебе квест выдавал, чуваком поговорить. Может, что скажет. Ничего не говори. Написано просто, найдите связна. Написано, внимание, миссия в... И красная, типа, вот эта вот хуйня. Что это значит, я не знаю. Смида может только связаться со стражами. Аполлон предложил, что связная тема может как-то... Сразу использовать сеть порталов мы можем. Сознание Аполлона окажет вам помощь при постройке и расширении базы. Чтобы узнать побольше, найдите его. Чтобы найти его, используйте в космосе галактическую карту. Все. Я не удивлюсь, если квест просто багнулся. Все, я тебя не смогу пройти игру, блять. Да не, это он по-любому сидит, просто он не подсвечивается, в какую систему ближайших он сидит. И все, я говорю, у меня вот так-то чувак не подсвечивался, вот этот. И как его называют? Должен найти, блядь? А, как же она его называет? Оружейник. И, он типа сидел в ближайшем доме, покинь, в ближайшем строении сидел. Он мне один раз квест показался, что типа в ближайшем строении где-то недалеко сидит. И все, и больше не показывался.
Я в итоге ближайшие эти здания облетал на корабле, на Солго. А тебе, походу, нужно этот самый ближайший этот облететь, ближайшие системы. И там он будет сидеть. Да, наугад, да, типа. В одной системе их ну, миллионы, да. Я должен найти, блядь. Ну только так. Гениально, блядь. Великая игра, блядь. Вражеское сканирование. Надо на планет вернуться. Сбросить этих стражей ебаных. Мозги выебут. Вражеские корабли нашего обосрались. Вхожу в систему. Ну и девушки вражеские корабли, отдавайте сюда. Сейчас отпизжу. Кто хочет войны? Цветочки. А, все, они отстали. Ну, так-то бы сразу. Так, надо вылететь, посмотреть, куда мне лететь-то. Так, итак, космос. Станция Атласа. Нет, это мне не надо. Галактическое ядро. Вот это вот интересно, кстати. Я смогу прыгать. У меня те прыжки должны быть просто какие-то сумасшедшие. Так, а как развернуть эту залупу? Так, вот сюда я смогу допрыгнуть? Смогу, нифига себе. А, еще дальше допрыгнуть. Не-не, вот сюда. Бля, да что такое? Нифига себе, сюда. Вот это у меня прыжки. Это вот и сюда я прыгнул. Ты можешь тоже на станциях посмотришь, если это там ученый будет, я прилечу. Так ученый на каждой станции есть. Нет, у меня нет. Странно. Я прилетаю уже на пятую станцию, у меня только два сидит, только строители, блять, этот. По езде сейчас 5 сек я залечу. Бля, а где тут этот? Нихуя себе, тут станции нету. Залетел в систему в какую-то, в которой нет станции. А ты посмотри, там же справа и слева они могут сидеть, эти петухи. Ты смотришь в обоих этих самых закутках. Да. Сам я, по-моему, в каждом был. Здесь только наблюдатель строительных работ нанять написано, и все. Так, это станция Атласа. О, мне не интересно. Галактическое ядро полетели. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Гвардеец и воин. И а тебе нужно в это, в систему Корвакса впрыгнуть. По-любому там будет Корвакс и я в какой же только я не был. Так, ну а тут-то станция будет. Че, опять покинутая планета? Саланевич, горячая планета. Горячивости. Тоже какая-то планета, не очень. Так, вот остаться, полечу. Ну, нах. Платины добыл. Золото добыл. Ха-ха. Всего лишь один кристалл разрушил какой-то. А, кстати, я чего я шары не продал?
толку. Может, надо терминал вездехода нанять сперва. Не-не-не-не, это потом. Тебя чувак, тут он этот, есть, оружейник даст. Пусть. Тут он хоть есть, блять, терминальщик вездехода, ебаный. Ща, ну-ка, давай, я посмотрю, вот я на станции на какой-то полетел. Давай другого тогда строителя найму, может, так? Да, не, это не канал. Так, ну тут два, да, два строителя, два оружейника. Кстати, что у вас можно купить? Золото можно купить. А продать? Я хотел продать вам шары. Кстати, мне нужно купить, пополнить запасы этого хилки кислородной. Кислороду мало. О, живем. Что это у вас есть? Ничего. Так, чё по оружию, пацаны? А, хуйня. Типа пистолетик не очень. Так, ну тебе этот инвентарь расширит, друг. Миллион юнитов. Так, с этой стороны не было. Ну-ка, сейчас вот с этой стороны посмотрим. У меня вторая комната всегда пустая, мне ничего нет. Да, тоже пустая. Прикольный вид на планетку. Корвакс, вы чё? Курвы. Курва! Ну-ка, ты дай тогда миссии. Накидай мне. А, я могу отчитаться. Давай мне нанитов. Скот. Мне уже 50 тысяч нанитов, чтобы улучшить этот самый корабль. Еще не знаю, какого-то супер класса, не знаю, какого-то. Не в рот ебаться какого. Так, о, враждебный. Охота на опасных пиратов. Трехзвездочный. Так, поиск пропавшего, хуйня, убить стражей. Вот это я возьму. 4 стражей убить. Накормить не менее 6 животных. Тоже возьму. Так, нападение на планетарный склад. Нет, нет. Да, слушай, на этой станции нету. Как думаю, корабль. Странно, а мне попадались, они прям и часто попадались. Чё найти? Обнаружена угроза. Давайте его гоп-стопнем. Пацанчик этого. Хорошо, шизоидная, блядь. Хуйней заниматься надо часами, блядь. Раздражает. Пульсос какой-то высоткий не может, блядь. Где ты, пёс? Летаешь, мансуешь, да? У меня корабль круче твоего. Так и знай. Да ты чё? Ну а нахуй тебе залп. Дымися. Я вылетел, блин. Какие-то, блядь, огроменные корабли, хуясь. Я все жду, как когда грузовой корабль пиздатый там попадется, прям такой он. Вид у него просто охуенный. Вот он похож на флагом, не то что вот это, на котором я летаю. Грузовой корабль. Прикинь, я встретил какие-то корабли, типа, просто гигантские. Вот на это на синюю прилетел, короче. Они даже, типа, больше, типа, тех. Ну, это, типа, да. Супер флот какой-то. И они, походу, все, прикинь, они все, типа, агрессивные ко мне. Да? Да. Это ты на синюю тут прыгнул? На синий кораблик? Да, тут какой-то мегафлот, типа, блядь. Какими-то адовыми кораблями и война идет. Походу какой-то конфликт. Да-да-да, они типа стреляют по мне пушками, прикинь. Нихуя себе, слушай. Типа турелями, блядь. Потом...
залететь. И с ними можно воевать, типа, блядь. Ну а разбей им эти самые трюмы, да, вытащи ресурсы. Ибо они по трюмам. Да, тут грузовые капсулы какие-то разбиваются, прикинь. Да. Ну Платина я в них. разбивал. Так, станция свободная, нет. Галактическое ядро. Полечу дальше. К ядру. Интересно, сколько нужно прыжков до галактического ядра, чтобы долететь? Ебать, я влетел тоже в какой-то флот. Атака по кораблям. Слушай, я тоже куда-то влетел сейчас. Что за нахуй? Эти вражеские корабли. А, нет, тут просто пираты. Пираты флота атакуют. А, да ладно, это всем поможем пацанам. Пиздаем. Кто там не шмаляет? Кто посмел? Какая сволочь стреляла? Чё, гопсопнул кораблики? Не знаю, я тут ебашу какие-то летают, короче. Я всех подряд, короче, начал ебашить. Если чё, бля, буду уёбывать. Ебать, не по мне стреляет. Чё, блядь, где я летаю? Чё, какой-то петух по мне стреляет. Сейчас я там его убью, чувак. Будет не очень. Там на кораблях защитные турели, нахуй. Ну иди сюда, петуха. Я не знаю, это квест или это просто какая-то бессмысленная битва. Ладно, битва. Нет, тут есть это самое, когда нападают пираты на грузовые корабли, тебе нужно защитить. Ну, собственно, кстати, вот я что-то стреляю вот в один корабль. И не дамажит, короче, его. Может, я так понял, это защитить их. Флот на флот, короче, тут есть свои, походу, типа, как. У одного я турель взорвал, типа, у второго не взрывается. Что там, типа? По мне будешь стрелять, да, сука? Чи пизды, гнида, блядь. Ага. О, вижу все, тебя, сука, блядь. Что за планета такая интересная? Чё ты хочешь закончить передачу? А? Поблагодарить меня хочешь? Агрессивные стражи. Видите, серебро. Планета какая-то жесткая. Так, лечу на кораблик получить награду. Я от пиратов спас. Во-во-во, вот такой кораблик. Вот, кстати, его можно взять себе на флагман. Такой большой. Ай-яй, блядь, мимо. Блядь, ебать, мансит, это гнида бесит меня, блядь. Хуй поймаешь, блядь, выблядка, нахуй. Да что такое? Залети ты уже. Давай. Ну такой, понимаешь, крупный корабль не может залететь. Во, наконец-то. Блять, как этот гандон, блять, нереальными своими траекториями бесит. Пиздец, блять, он просто нахуй на месте разворачивается. Сука, получи пизды, лох. Пойду к капитану, узнаю, какие у него расклады на мой счет. Не отдаст он мне свой корабль тут. Уже миллион каких-то петухов взорвал, блять. Тынь-тынь. Кэп, отдай мне корабль свой. По-хорошему прошу. А то раз пидорашу на своем маленьком.
Ты можешь купить. Да, все хочу посмотреть, сколько у него. Так. Смотрите, грузовое судно. О, нихуя себе. А, класс получается. 32 слота. 115 миллионов, сука, не хватает 10 миллионов. Кстати, слоты на кораблях вообще нахуй не нужны. Подкрепление прибудет, написано через сколько-то, блядь, прикинь. Что за подкрепление? А, мусора вызвались, прикинь. Походу, конфликт жесткий там. А что мусора-то вызывается, что-то я не понял. Не, ну корабль, конечно, хорош. То есть это этих стражей корабль, что ли, выходит, блядь? Может быть. Замесились с этими, с пацанами, с обыкновенными. Стоп-стоп, короче, с корабля этих, короче, стражи. И ты такой попался, вмешался, сейчас тебя стражи будут. Так я специально прилетел, мне просто делать неху, блядь, мне ж не лезет, петух. Я по системам летаю и все. И попал на бабки. Ну тебе максимум есть, чтобы спрятаться от стража. А они, по-моему, стражи не отстают. Ты их будешь убивать бесконечно, они по КД будут рисаться. Поэтому тебе нужно... Великая игра, чё. Тебе нужно теперь сейчас это... спрятаться на станции. Лететь от них. Сейчас еще одного убью. Так. Ебать, еще нарисовался кораблей. Сука, прыгает, да, пугает. Похоже, их постоянно три штуки, короче, так что да, хуйня, да. Ебан. Внимание, беглеца. В принципе, я могу здесь залет беглеца ебануть. Я тебе супер крутой. Где он? Я готов его убить. Вот. Опа. Ебать, их тут двое. Это подстава. Ну, такой станции, кстати, еще не было. И ты хочешь тоже люля-кебаба. Да хер тебе, большой и толстый. Что-то люто стреляют, сука. Толщи тоже сняли. Хоть два взрывающихся дрона дали на эти. Да, блядь, что ты командуешь, что, блядь, я даже на своем еле тебя пробиваю, скота. Так, ладно, давайте сначала того. Сколько их? У вас трое? Бля, надо, походу, делать ноги, а то сейчас гандошит. Ты опять что, тоже этих стражей согрел? Не-не-не, я с это... С пиратами от... На написано было, типа, обнаружен пират, типа, можете получить бабла. А я со стражами тоже месился, короче. И это, блять, они все время их трое, типа, я убиваю, типа, новости не вспоминаются. Ну да, я говорю. Кстати, что это такое? Что я хотел бабла на халяву срубить, но что-то, походу, жесткая тема. Так, ну что, полетели. Убью, ублюдка. Где там? Черт. Тут еще есть система, какая-то вся красная, нихуя не видно. Давай, сдохни уже, ублюдок, наконец-то. Пошел в Африку. Мне продолжает этого строителя ебаного давать все. Как будто реально багнулось просто. Все, должно типа дать. Ебать, какой-то замес тут. Пиратов налетело. А, это из станции вылетели. Пацаны помогают мне. А, вот он что, Михалыч. Я тут думал, блядь, что-то народу слишком много стало. Все, пиратов этого обоссу.
Готов. Так, еще один остался, значит, третий, да? Все. Все успокоились, отлично. Так, а что там надавали? Какие-то кристаллы упадали. Там какой-то дератоген. А, дейтерий. Дейтерий, блядь. Это еще какая-то залупа. Так, ладно. А, я хотел посмотреть, что-то у меня по прыжкам-то осталось. А где прыжковый двигатель? А, вот он. И что могу заправить? Еще три штуки есть. Ладно, летим дальше. Я хочу в центр галактики долететь. Галактическое ядро. Бля, ебать, можно, чё, прикинь, у этого какой-то чувака нашел, называется, убийца, типа, стражей. И он меня, типа, мультитул схватил, теперь говорит, улучшу тебе, типа, экзокостюм или мультитул за 15 юэн, короче. Вообще изи. Улучшай. Тем более, если за 15 юнитов там. Или на меня мультитул говно, на самом деле, типа, не топовый, зачем его улучшать? Я вот другой буду покупать. Лучше экзокостюм, он типа садим. Бед мой экзокостюм какой силой, что срабатывает сигнализация внутренней гироскопа. Скорее всего, он так выражает поддержку моему решению. Он принимает юниты и дает улучшение для экзокостюма. А, это просто улучшение. А, да, это нафиге. Он все равно говно достанет. Модуль системы жизнеобеспечения, да, Б-класс. Какие-то кораблики. Это не очень система. А, это зеленая, тем более. Так, галактическое ядро, летим. У галактическое ядро, который уже улетел. Ебеня. Сюда. Не, установил у меня слух как раз был. Там плюс 5 баки, что-то процент такой, что-то. Ебать, какая-то планета зеленая, полностью зеленая планета вообще. Зеленая трава. Агрессивные стражи. Древние кости, изобильная планета, нифига себе. Походу, да, реально, тут есть планеты со стражами. Да, я как на планете выжил, там бешеные стражи были. Так они, блядь, все время за тобой гоняются. Да, вот это и есть. Такая бесячая тема, пиздец. Если бы горело, блядь. Он просто появляется из ниоткуда, и нахуй начинает за тобой лететь, блядь. Ну хуй знает, походу этого чувака обломалось строительство базы, блядь. Нихуя не найду. Бля, ну это да, это какой-то бах вообще жесткий. Найти бы хотя бы одного просто вот этого ученого. Так, дай-ка мне улучшение на костюм. О, еще груз прикачал, отлично. Так, что у вас тут? Мультитул, пацаны, есть у вас? Еще лучше. У меня, кстати, мультитул А-класса получается, а есть еще С-класса-то. Мультитульчик. Видел его хоть раз? Нет, я у пацана на видосе видел. Так, пугни я продам. Так, тут что продать? Тоже это продам. Золото продам. Проверяй, блядь, построил нахуй, блядь. Все, нахуй. Все, все это продал. А, может зайти сюда? Ну-ка, открываем. Что-то у вас. О! Давайте. Требуется память. Ну, а что, у меня нету памяти? Есть память. А, у меня захвачена на узел. Это память какая-то нужна. Выщ. Это реально странно, почему ученого нет. А обычно это, они не все сидели по трое, типа ученый, этот самый инженер и этот и военный. Теперь не сидят.
Терминал на него даже не нажимается, просто что-то начинает ездить туда-сюда. Ну-ка, тут нету на станции. Тут пусто. Пустота, пустота это. Так, я миссию выполнил. Давай мне награду. Че, зря убивал этих ублюдков. Так, ну какие ты мне миссии дашь, что есть? Охота на пиратов низкого уровня. Убить хищников. О, это я беру. Чего они портают все время к тебе, когда я к тебе захожу? Блядь? Убить стражей. Вообще нелогично, блядь. Давайте охота на низко. Полетели. Где угроза? Кто? Где этот пират? Мерзкий пират. Вон. Эта целка первого уровня сейчас будет натянута. Он охренеет. На вафля. А то. За один заход, прикинь. С первого захода его убил. Вот это он вообще не очень. Какие-то корабли нарисались. Я нарисаюсь. Под огнем! Бля, как он уклоняется. Бля, а кто меня пиздит? А ты меня что ли пиздишь? Наркоман, подросток шпана. Мне, кстати, походу за то, что я в тебя стрелял, типа хп сняли. Да? Да, походу нельзя воевать. Странно. Может, это у меня отразилось, от щита в тебя попало. Не знаю. Типа щит снялся, что-то. Полетел на эту планету, посмотрим, что за зеленая планета, интересно. Ой, бля. Чуть не въебался в планету. Что за нафиг? Что за туман какой-то тут? Походу это самое, как обычно. Погода, не погода. Не быть тут всякого накида на всяких этих самых кристаллов. Ну, у меня такая одна планета открыта уже, кстати. Но тут у нас с непогодой. Походу жесткой непогодой. Давайте мне все зависло. Я хочу себе найти зеленую планетку, вот такую вот пиздатую. Давайте на чуваков нажимать, поговорить, блять, мне просто ничего не происходит, ну. Все зависает. 10 из 10, че ему сказать. А, реально, они походу багнули все, блять, просто стоят, типа. Может мне перезайти, слушай? Сейчас давай я прыгну в систему, попробую перезайти вообще. Что реально бах тупой. Так, галактическое ядро, полетели дальше. Иди сюда куда-нибудь. Так, главное, чтобы меня не выбило. Ты еще выбит. Ебать, что здесь стенка? Попробуй на планетарный сборщик напасть. Все делать нехуй. Так. Ой, еще планета какая-то. Ну-ка, что за планета? Планета с критическим уровнем радиации. Критический просто, понимаешь? Критикал радиация.
Так, ну что, я сейчас на станции сохраняюсь. Портайся ко мне на станцию, я сейчас тебе предметов отсыплю, продашь. Да у Получишь меня полный миллионов. инвентарь. Миллионов 10-15. Мне надо разгрузиться сперва. Разгрузись. Не сейчас, короче. Я бы тебе отдал предметов там. Да дофигища. Сейчас прошу. Баблосики урвал. Побегаю. Тоже сохранюсь, теперь зайдешь, короче. Посмотрим, что-нибудь изменится, не изменится. Тогда я полечу на базу, разгружусь. Опа. Просто надо на этой станции плоды купить. Во, вот он ученый сидит, кстати. Исследовательская сущность у меня на базе тут на какой-то. Ну, путь там, короче. Не уходи. Сейчас я все чекну. Может, у меня тут тоже будет. Наемный рабочий, ну это наш строитель тоже, да? Ну это тебе нужна корлок, кстати. Это наблюдателя строительных лайт строитель. А это такой купец просто. Купец. Молодец. Заплатить за осмотр мультитула. За осмотр. Внезапно резко поднимает глаза и поворачивает. А мне ну и чё?